Что это за дверь, кстати, непонятно. Твою налево, я какое-то зло древнее выпустил из этих дверей. Ага. Приветствую вас, ребятки, снова. Это Bad Dream Coma. И я, Виктор, к вашим услугам. Сегодня пойдем играть. О, вместе с цветком. Вы что подумали? Он будет сидеть и наблюдать за нами. В общем, пойдем играть с вами в концовку мясника. Я довольно-таки много повырезаю, потому что здесь будет очень похожее прохождение на обычную плохую концовку. Но самый смак увидим. Поехали. Так, значит, окрасили руки в крови. Надо всех мочить. Всех голубей. Батареечку вставляем, это берем. Фыч. Так, и вот это главное. Все. Смотрите, сейчас у нас... Видите, здесь голубь сидит. Это значит, мы делаем концовку там голубей, что-то там, как там есть паучиная голубиная концовка. Мне уже нарассказывали, тут, конечно, спойлеров понадавали. Но, слава богу, пока не говорят, как это сделать. Так, этого нельзя замочить. А, поехали к машинке обратно. Сейчас мы ее... Быстренько вырезаем. Бутылка нужна, ломик тоже. Мне кажется, не было раньше анимации на крови. Или я просто уже... Ац! Ха-ха-ха, не уйдешь, ворона проклятая. Воу-воу-воу-воу-воу. Орёт, журчит, что-то тут. Так, возвращаемся. Идем наверх. Ломается у нас палка. Возвращаемся, здесь мужик стоит, говорит. Хочешь, говорит, ломик? Помоги мне. Эй, пс, мне нужна помощь. Сейчас мы будем играть с вами в найди кое-что выпить. Ладно, на тебе, ломик. Спасибо, спасибо, мужик. Так, отламываем. Вкладываем, проходим. Подключаем. Пролазим. Монетку берем, проходим и даем монстру. Обязательно нужно дать монстру отрезать нам руку, ребят. Это условие, чтобы выйти на концовку мясника. На-на-на-на-на-на-на. Такая физиономия, конечно. Мы можем так пальцем в глаз сразу воткнуть. Так, значит, самое главное, ребят. Сейчас мы с вами идем за ножницами. Берем ножницы. И делаем плохую вещь. Во! Мясник. Вот это, ребят, ключевая вещь, которая делает нас мясником. Забираем пальцы. Мерзость-то какая. У меня аж мурашки по коже. Все волосы вот так вот дыбом встали. Фу. О. В моей кухне заберись пауки. Значит, пауков, ребята, обязательно надо всех убить. Надо всех пауков поубивать. Нельзя их спасать. Надо их раздавить. Появляется у нас еще больше кровище. Больше кровищи, богу кровищи. Банку взять-то можно, как бы никто не запрещает. А, во. Вот сюда заходим. Берем тюбик клея. Берем плакат с собой. Чё, классный плакат. Я не про... Выключись, а. Ну, здесь больше ничего интересного нет. Твои раны выглядят ужасно. Так, а как склеиться-то где? А, во. Ты здесь. Доктор ждет тебя. Тебе нужно как можно быстрее перейти от свою ладонь. Доктор, покажи мне свою ладонь. Ах, червяк, я помню это, да. Мажем клеем. Проделываем пальцы. В прошлый раз, кстати, пальцы-то я уже не помню, откуда я взял. Если честно. Где ты их нашел? В этот раз я отрезал от мужика. Страшно все это выглядит. Готов. Да, это ключик, который мне не дают взять, потому что нужно выключить свет, я вспомнил.
Пусть он спит. Пасхалку эту видели, да? НЛОшки. Все в порядке. Окей, так, значит, пошли сюда. Что такое? А что я ключ взял? А, прошу прощения, я ключ взял от этой комнаты. Ага, здесь от сортира ключ будет. Вот. Этого мужика надо... Во-первых, ключ. Берем глазик. А дальше. А, в прошлый раз в супе нашел. Действительно, да, я вспомнил. Видали, что творится? Вообще ад. Так, волосики берем. Спускаем. Крышечку. Крышечка нам нужна разве? Мне кажется, не очень нужна. Ворон-то можно будет прибить. Так. А, глаз появился. Но мы не будем его брать. Тут можно хитро сделать. Вот это. Вроде как. Мне говорили. Нужно пойти ворона убить. Забрать ухо. Я, правда, не знаю, зачем мне тогда крышечка. Ставить ему глаз. Ставить ему... А? Ставить ему ухо. Вот оно. Видите, глаз лежит. Есть. Открыто достижение Helpful Butcher. I'm glad I could help. А, в общем, я рад, что смог помочь. Кто-то, ребят, взял нам и помог. Добыл нам глазик. Вот, ну это такая маленькая отсылочка. Позволь мне помочь тебе. Так, ну все, теперь мы знаем, что будет происходить. Дальше все это дело пропускаем. Кладбище. Вот мне нравится начало вот в этом варианте. То есть, когда ты на автобусе приезжаешь, это одно. А когда ты просыпаешь... Вот, кстати, вот поэтому путь по плохой концовке намного висит, намного круче в этой игре, намного больше ощущений выдает. Это мне это больше, намного сильнее понравилось. В принципе, дальше, ребят, будет все то же самое, что в плохой концовке, поэтому я думаю, я сейчас все это повырезаю. Спрашивают, проходил ли Витя секретную концовку на нейтрале. Что там происходит? Что-то такого раньше не было. Он раньше не долбился об дверь. Такого не было. Черт побери. Хорош. Это что сейчас было? Не было такого раньше. Это, видимо, из-за того, что я мясник, да? А может и было. Все, стираем эту штуку и идем в лес. Было, говорит, такое. Значит, я уже просто забыл. Мне мясо сюда положить или прям в рот собаке? Очень многие за то, чтобы я ее покормил. Давай, давай. С третьего раза только приняла, ребят, понимаете? Вот так вот. Не тут-то было. Так. Парень, я тебе траву приготовлю скоро, ты в курсе? Готово варево. На. Спасибо. И сдохнет. Это ж отрава. Что такое? Такой. Диарея замучила. Парк. Все плохо. Так, пауки. Везде пауки. Да я помню, сейчас побежишь к двери и скажешь тебе что-нибудь там надыбать. Что ты бьешь-то на помощь? Я тебя понял. Так, мне нужно попробовать пройти в дверь. Они меня должны отругать. Отругали. Руины. Здесь ломик, сигаро. Ворот закрытый, говорит, принеси ключ. Так, вот из мусорки берем дискетку. Сейчас мы ломиком вместе с сестрой высвобождаем. Сейчас, говорит, будет эпик. Почему сейчас будет эпик? Так, вместе с сестрой освободи. Пока все то же самое, ребят. Все как тогда я делал в плохой концовке, в самое первое мое прохождение.
До свидания. Так, все разошлись. А-ха-ха, ребята, ты посмотри. Вот оно, различие, пошли, смотри. I'll cut you. Я вырежу тебя. И ножик валяется. Начинается, ребята. Ага, вот здесь вот открылось. А, мишки приделываем голову, берем ключик. И случайно не тот ключик, который старый ключ. Наверное, это надо его отнести туда, да? Давай-ка. Оп, третий номерок. Ушел третий номерок. Ладно. Сейчас мы за ним сходим. Отдадим, кстати, 13-й. Я отдам 13-й. Посмотрим, что будет. На ключ. Благодарю. Что это за дверь, кстати, непонятно. Хорош, такого не было! Твою налево, я какое-то зло древнее выпустил из этих дверей. Офигеть! Вот этого я хотел от игры! Классно! Смотри, расчлененка вообще! Хо-хо! Бомбезно! Я потерял номерок. На 13-й. Я никогда ему 13-й номерок не давал. 13-й? Я думал, что у меня третий. Я не выдержу этой боли. 13 равно 3, ребят. Такого у меня никогда не было. Нечестность. Я, прикинь, вообще какое-то отродье. Ну и чё ты встал-то? Пусти меня туда. Дай мне свой номерок. Чем могу помочь? Так, я попробую тебе помочь. Сейчас меня подлатают чуть-чуть. Отлично. Так, ничем она не может помочь. А, вот, сейчас она пойдет мне мишку чинить. Come to me. Смотрите, появляются надписи какие-то неимоверные. Я заказывал еду и не получил. Так, принеси ее мне. А где она должна быть? Вот это сейчас, кстати, не помню, где его еда находится. А, в сортире. Конечно, вот она. Смотри, в зеркале я пока не могу ничего посмотреть. Так, еду надо переживать, насколько я помню, да? А, видимо, пока он не скажет, что ты мне не дал непережеванную, нельзя пережевывать. За дрянь, говорит. Давай, пережуй мне ее. Да сейчас, погоди, вот мне тут... Нет? Да, специально обученный паучок, из которого жуем. Держи. Где мой напиток? Тихо, парень, уйди. Ха-ха, классно. Офигеть. Вот он дикий чел. Охренеть, он тут зарезал чувака. Жесть. Классно-то как. Ну, в смысле, конечно, плохо, но классно. О-оу. Что это? Все, я умер. Мне, кстати, только что подсказали, что я все хожу, беру левой рукой. Смотрите, у меня одна рука оторвана. А я думаю, почему курсор повернулся в другую сторону? Слушайте, жесть, офигеть, как классно. Мне говорят, что птичья концовка тоже чем-то отличается. Может, там тоже такой экшен будет адский твориться. Класс. Так, медсестра, давай помогай мне мишку чинить уже, все.
А, нитки ей надо принести. Надеюсь, он меня сейчас не отловит здесь где-нибудь. Не пришьет мне руку какую-нибудь обратно. Это было бы круто. Так. Что теперь я забыл? Много времени. И говорит, убей время. А, видеокассету надо посмотреть. А где видеокассету взять, я забыл. А, у нее... О-оу. Здесь кто-то поработал, ребят. Я даже знаю, кто. Везде кровища. А-а-а. Вот это сочетание белого, черного и красного так гнетет. Я, кстати, так и не понял, зачем я беру эту куклу. Так, сейчас нам медведь будет рассказывать много чего интересного. О-оу. Он идет к нам. Нет. Медсестру что ли рубанул? Что это было? Я боюсь. Не бойся, Мишка. Тебе здесь ничего не угрожает. Хо-хо-хо-хо-хо. Как ты ошибаешься, мы с тобой. Нет. Я боюсь. Я хочу домой. Блин. Нравится, как он это говорит. Мы ничего не узнаем. Так что, говорит, давай успокоим его. Сейчас мы нарисуем ему картинку, я знаю. Я знаю, где сделать это. Блин, здесь вообще все уже в крови. Погоди, а как я нарисую картинку, если мне медсестра должна пилюлю дать? А, нет, ты смотри, она жива. А, надо было сначала комп включить, потом тогда она появляется, наверное. Так, вот и медсеструха. Да, давай мне пилюлю. Пилюлю давай. Супер. Все, Мишка, я иду к тебе. На. Какая красивая картинка. Ну и ладно. Так, здесь, видимо, проезжаем мимо мясника. Что тут у нас? Ну, вроде пока все нормально. Все плохо. Все плохо, это значит все отлично, ребят. Как ты смеешь сюда приходить? Я вроде ясно дала понять, что никого не хочу видеть. Я хочу быть одна. Люди боятся меня, пренебрегают мной. Когда я увидел рисунки этого ребенка, то у меня разбилось сердце. Я не хочу больше забирать людей, приносить им страдания. Мир без меня будет лучшим местом. Вы можете радоваться своей вечной, нескончаемой жизни. Никакой несчастный случай, никакая болезнь не завершат внезапно ваших жизней. Если ты считаешь, что я ошибаюсь и должна вернуться к своей работе, приведи какое-нибудь доказательство. Я сомневаюсь, что ты найдешь такое, но можешь попробовать. А теперь, пшел вон. Ох, хорошо-то как. Так, по статусу мы все еще идем на нужную нам концовочку. Это приятно. Раздел 7 завершено. И вот оно, 8-й раздел, ребята, снова мы тут. Уай, на кладбище. Эй, неудобная ситуация. Иногда мне снятся сны, когда я возвращаюсь в детство. Забавно. Ладно, он сейчас нас попросит пофоткать. Так, мы должны пройти сюда. Забрать голову Мишки. Так, а как этого паука пройти, кстати? Может, его ломиком? Ага, сейчас. И ломик потерял, и руку. Может, его надо было носом накормить, который я нашел? Живет. Че, получается, я без двух рук теперь? А как я теперь буду вещи поднимать? Нет, видимо, это все та же рука. А, смотри, руки нет, здесь только по локоть, что ли? Что-то непонятное происходит, ребят. Что делать-то?
А, вот, все нормально, паучок покушал. В общем, ломиком не удалось его огреть. Да, кровище, конечно, вагон. О, ты что здесь забыл? Ты уже встретил этого ребенка, говорит. Оказалось, что это взрослый мужик. Логика снов, но... Что с тобой случилось? Ты потерял обе руки? Да. Без них ты не сможешь ничего сделать. Может, нам удастся тебе кое-как помочь? Наш персонаж-терминатор пишет в комментариях. Ну, типа того, да. Я поищу, говорит, что тебе может пригодиться. Че, мне его ждать здесь или как? Видимо, нет. Так, а как нам выбраться? Я забыл... Куда вообще? Ух, черт побери. Ты что так пугаешь-то? Ты, говорит, потерял обе руки? На. Головы мышки туда. Так, а что тут у нас лежит, я забыл. Что надо сжечь? Может, нос туда засунуть? Что там что-то есть, ребята, что я не понимаю. Как это взять, тоже не понимаю. О! Я нашел это в этой могиле. А лучше такая рука, чем вообще никакой. Я возвращаюсь в больницу. Увидимся позже. Ага, он мне руку дал. Так, эта чувиха молчит, вообще ничего не хочет сказать. Так, а для чего мне рука? А, может быть, рукой туда залезть надо? Опа! Хорош! А, ну действительно, я не мог ничего потрогать. Нам нужен воздушный шар, на котором мы сейчас в больницу улетим. В общем, теперь, если я хочу что-то потрогать, я должен активировать вот эту руку. Прикольно. Так, а шарик у нас, по-моему, на стартовой площадке, да, будет? Да, здесь ничего нет. Вот он. Окей. Воу, тут уже разложение пошло, вы посмотрите. Так, ну сейчас точно откуда-нибудь выскочит какой-то огромный мужик и меня заломает тут. Help me. This life is fake. Это жизнь. Фальшивка. О, парень. Привет. Ты нашел аппарат? Говорит, иди, говорит, пофоткай. А если я мясника зафоткаю, что будет? Найди батарейку и пленку. Найди батарейку и пленку. Так. Ну, пленку я помню где. А что-то с батарейкой. Да, ты прикинь сразу. Смотри как. Не, чтоб сиськи зачеркнуть. Молодцы, ребята. Все правильно сделали. Все правильно. Хороший этот без руки, с глазами своими выпученными. Да, мясничка я хорошего активировал. Здесь тоже. Что он как-то ближе здесь лежал, по-моему, нет? Я тебя не потревожил? А здесь что? Я так чувствую, либо он мясник, либо... Либо его зарежут при мне. Так, на тебе пленка. На тебе батарейка. Так, берем рукой. Так, мне надо фоткать ходить, да? Вообще мразно. Пофоткать такое, да? О-оу. Так, все, 4 фотки сделал. Так, куда она пошла? А может быть, это она мясник? Хотя не, погоди, я же его видел, он... Похож на того мужика, у которого кишки выпущены. Так, а что теперь делать-то? Сделал фотографии. Подожди здесь минутку, я их проявлю. Так. А зачем нос-то отрезанный? Где? Так, статус пока еще мясник. Недолго он будет проявлять их. Оу. Оставь меня в покое.
А что они такие все неразговорчивые? Так, слушай, что-то вон в туалете заперся. О, черт! Кого он там? Сеструху зарезал? Мама. Мелкий, ты чё так? Ёлки-палки, чё так орёт-то, а? Офигеть. Здесь парень стоял, его зарезали, прикинь. Охренеть, а там? И здесь уже никого нет, походу его просто скинули с крыши. Сейчас за мной будет погоня. Витя говорит, нос твой. Да ладно, что, правда что ли? Капец, тут все орет вокруг. Спасите, помогите. А как тут? Компьютер не работает. Я чувствую, я сейчас где-то в какой-то момент просто нарвусь на этого мужика. Вот она, бабулина голова, смотри. Ключ какой-то. О-оу. Что здесь? Давай сливаемся, а? Жесть, он всех режет, просто ходит. А что, он меня специально оставил последним? Мать. О, он за парнем бежит, смотри. Эй! И чё? От него убегать надо. А-а-а! Куда бежать-то? Сортир! Сливаемся! В мусорку, в зеркало, куда-нибудь! А-а-а! Убегай! 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 Чё-чё-чё-чё! Куда бежать? А-а-а! Походил, меня поймал, да? Что здесь происходит? Ну, мы это уже видели. Это должно было выглядеть иначе. Эти все страдающие люди. Мне надо это все закончить. Я видела, как другие терпят из-за твоих поступков. Готовься. Так, это говорят, первая концовка с мясником. А до третьей концовки с мясником, говорят, у меня не хватило хп. А вторая концовка с мясником нормальная. Сейчас мы ее с вами увидим. Ладно. Скорее всего, к парню надо бежать, да? Ну, такая логика прям нормальная. Привет. Так, ключик наготове. Погоди, а где он? О! Все, бежим. Бежим от него, прячемся в туалете. Он заходит в туалет, мы его там закрываем. Бежим, бежим, парню. Ты здесь? Вот твои фотографии. Иди, я попробую задержать мясника. Он же тебя убьет, мальчик маленький. Удачи. Шарик, давай, прыгай. Нет, все, не надо уже. А, я должен дождаться, пока шарик доплывет до нас.
Вот они, фотки. Отлично, прыгаем. Так, я так понимаю, нам нужно пойти в склеп к смерти и показать ей фотки. По-моему, это очевидно. Татуя. Крипта. Ты, говорит, вернулся. Ты принес какое-то доказательство? На. Фотографии. Покажи-ка их мне. Видимо, проблема не во мне. Ты и существа, похожие на тебя, источник этих проблем. Некоторые люди на этих фотографиях были обижены тобой. Вместо того, чтобы высылать всех, буду просто охотиться на таких монстров, как ты. Опа. В конце то же самое. Но зато убежать смогли. Что ж, вот так вот выглядит, ребята, концовка мясника. Да, там есть еще одна концовка, которую можно сделать только, когда у тебя много здоровья. Ну, я так прошел, знаете, на расслабоне, настолько сильно расслабился, что здоровья сохранилось недостаточное количество. Но в любом случае, эмоции от этого мясника я получил, о, как какие. Особенно при первом его проявлении. Это было круто. Ну, а на этом всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И до встречи в следующих видео. Всем пока.